водка, Мирон. Да, водка. Еще быстрей. Быстрей. Слева. Молодец. В Подмосковье стартовал всероссийский марафон «Сила России». Для жителей Химок это уникальная возможность научиться играть в большой теннис. Как обращаться с ракеткой и мячом, детей и взрослых обучали тренеры. Мастер-класс провели в парке Толстого. Мы, безусловно, за то, чтобы спорт развивался в нашем городском округе Химки. И Дмитрий Владимирович Волошин, глава нашего города, поддерживает подобные мероприятия. И, безусловно, когда дело касается непосредственно только мероприятий спортивных, у нас и корты есть, и места есть, где мы можем заниматься спортом. О большом теннисе ученики школы номер 30 знают не понаслышке. Два раза в неделю они занимаются в стенах учебного заведения. Но знакомство с настоящим кортом проходило не так просто. Непривычный отскок мяча, внезапные порывы ветра и другие препятствия подталкивали прилагать дополнительные усилия, улучшать свои навыки, чтобы получилась полноценная игра. Ребята занимаются в спортивном зале. У нас мяч, да, быстро отскакивает. Наверное, в два раза быстрее, поэтому им было непривычно. Плюс, конечно, солнце, воздух. Для них это, на самом деле, первый раз, да, мы на открытом корте. Это первый выезд. Мы очень благодарим дирекцию парка, Татьяну Ивановну Кавтареву, которая нам все это организовала. К занятиям со взрослой группой присоединился депутат Московской областной думы Михаил Раев. Как сказал губернатор Андрей Ильич Воробьев, самая основная задача властей Подмосковья, чтобы спорт дворовый был доступен всем, и чтобы жители Подмосковья могли им заниматься всегда без ограничений. Всероссийский марафон инициировали активисты партии «Единая Россия». В его рамках проводятся праздничные представления, лекции, конкурсы и мастер-классы под руководством именитых спортсменов. Итоги марафона подведут в конце лета.